А мы сегодня путешественники. Вон Витюха весь побитый, вчера упал. И лицом проехался по земле. Так, надо пристегнуться, да? Мы едем до мамы в Астраханку. Теперь мои видео будут оттуда. Надеюсь, мама мне даст снимать. Я потихонечку буду как-нибудь. Времени на съемку у меня там будет 24 часа. Да. Я снимаю, а потом буду выкладывать. Вот так вообще ничего не видать, кстати. Очки закрывают твои синяки. Завтра не выйду на работу. У меня такое очень-очень-очень редко бывает. Последний раз это было, когда я тоже поехала до мамы в деревню. Это было год назад. Подписывайтесь на канал моей мамы, подписывайтесь на мой канал в ТикТоке Виктор Савастиенко. 31 подписчик, ребятушки, люблю всех, жду. Вот. Всем удачи. Держи, мам. Все, я закрыла окно. Блин, солнце светит ужасно прям. Все пекет здесь. О. Нет, так хуже, да, Коля? Да, открывать надо. Сейчас давай попробуем включить печку. Ну, оно вроде дует прохладой, но все равно. Ой, что-то жарко стало. Открой у себя, сынок. И ты, Коля, нет, пусть твоя там, будет открытая. Его там дует, значит. Пусть Витина будет. Что, сынок, тебе нормально? Отлично. Вот, лучше так сделаем. А то этот... Я снимаю, меня не будет наслышно. Даже ведь не попадает. На каком языке я только что сказала? Не будет наслышно. Два дня выходных я себе устраиваю. Два дня, я уже забыла. Мама, смотри в окно. В окно. И что там? Рука моя, смотри. А, привет, привет. Номер впереди машины классный. 333-03. Ладно, мам, выключай, эту связь плохая. А я же не связь, я же просто на телефон записываю. Ну, блин, потом сниму. А чё ты там собрался делать? Ну, потом сниму. Я что-то делаю. Да тебя-то не видно, я себя снимаю. Ну, ничего видно не будет, но все равно. Мне чуть-чуть видно. Ладно, друзья мои, встретимся. Мы где-нибудь остановимся и там еще поснимаем. Так, милиция, что-то.